Будьте здоровы. Коллега пришел на работу с хлюпающим носом и слезящимися глазами. Значит, весна приближается к экватору. Аллергикам предстоит пережить очередное испытание. Из-за теплой и солнечной погоды уже зацвела береза. На подходе вишня, яблони и другие растения. На Беларусь надвигаются неустойчивые воздушные массы. Поднимется ветер, местами пройдут дожди и на время прибьют пыльцу к земле. Синоптики обещают заморозки. На северо-западе страны ночью похолодает до -2. Тем временем на восточные районы Приморья обрушился сильный снегопад. Дороги укрыла метровая белая шуба. Коммунальная техника работает в авральном режиме, чтобы расчистить проезд. Валы на обочине достигают 1,5 метра. Деревья не выдерживают такого веса и с грохотом падают. На восточном полушарии бушует тропический циклон Гарольд. Шторм уже прошелся по Соломоновым островам, Вануату и Фиджи. А теперь подмял под себя королевство Тонга. Скорость ветра доходит до 260 км в час. Людей предупреждают о возможном цунами. Завтра в Бобруйске похолодает, в городе разгуляется северный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Небо затянет тучами, утром пройдет дождь и мокрый снег. Днем воздух прогреется всего до 9 градусов тепла, ночью опустится до 1 с плюсом. Кристина Ириянц, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.